Личный прием граждан приостановлен с 19 марта. Теперь подавать документы необходимо через электронную интернет-приемную суда или по почте России. Переносится и рассмотрение дел с участием сторон. О дате жителям сообщат отдельно. Что касается работы судебных приставов, то всю информацию можно получить в сервисе «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте службы. Такие ограничения продлятся до 10 апреля.